Аптечный допинг. Рабочая схема. Часть 2. Отличным комплексом для набора массы будет прием триметабола с витамином группы В и глютаминовой кислотой. При таком комплексе желательно исключить быстрые углеводы и обратить особое внимание на питание. Оно должно быть сбалансированным. Несмотря на глютаминовую кислоту, увеличьте потребление белка. Чередуйте мясо и морепродукты. Включите в рацион кисломолочные продукты и употребляйте их перед сном. Схема номер один. Триметабол 30 мг за час до еды перед каждым приемом пищи. При этом в комплексе нужно питаться не меньше 6 раз. Глютаминовая кислота от 5 до 10 грамм 3 раза в день между приемами пищи. Комплекс витамин группы В принимают с утра после еды. Конкретной дозировки нет. Для набора массы достаточно терапевтической дозы, которая у каждого комплекса разная. Количество белков при использовании этих препаратов нужно употреблять не меньше 2 грамм на 1 килограмм веса тела, а углеводов от 3 до 4 грамм на килограмм веса. Продолжительность курса 14 дней. Схема номер 2. Еще один замечательный комплекс, способный поддержать организм спортсмена и даже поднять его иммунитет. Рибоксин по 1000 мг 3 раза в день после еды. Метилурацил 6 раз в день по 0,5 мг после еды. Мелдронат 2 раза в сутки перед тренировками. Продолжительность курса 21 день. При использовании этих препаратов нужно уделить особое внимание питанию. Минимальным количеством белков при использовании лекарственных средств должно быть не менее 2 грамм на 1 килограмм веса тела, а углеводов от 3 до 4 грамма на 1 килограмм веса. При похудении следует придерживаться низкоуглеводной бессолевой диеты. Для увеличения транспорта жиров в энергию требуется принимать следующие препараты. Л-карнитин по 1000 мг 2 раза в день, утром и вечером, либо утром и перед тренировкой. Жиросжигатели на основе кофеина, иохимбина и гуараны принимаются перед тренировкой согласно инструкции, не превышая суточную норму. Витаминные комплексы особенно важны в период дефицита витамин и скудного рациона. Нежелательно применение отдельных витаминов дополнительно, чтобы не было передозировки. Курс применения от 20-30 дней. Аспаркам необходим для предотвращения судорог, истощения костей за счет потери кальция, который происходит из-за диеты. Принимать по 100 мг 2 раза в день. Курс длится не более 2 месяцев. При тренировках на силу подойдут энергетики. Лучшим вариантом будут предтренировочные комплексы, которые содержат следующие вещества: йонхимбина, гидрохлорид, гуарана, кофеин, креатин, витамины, минералы, аминокислоты. Важно избегать в предтренировочных комплексах и комплексах для похудения вещество эфедрин. Подобное наркотическому веществу негативно влияет на центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему. В достижении спортивных результатов спортсмену нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, он должен много отдыхать, так как во время сна в организме запускаются восстановительные процессы. Во-вторых, питание должно быть разнообразным и частым для того, чтобы в организме спортсмена не запускались катаболические процессы. В-третьих, спортсмен должен подпитывать свой истощенный серьезными нагрузками организм целыми комплексами препаратов, в которых должны входить и анаболические средства, и витаминные комплексы, чтобы восполнять потребности организма всеми необходимыми полезными веществами. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!